став наивеличайшей империей, которую когда-либо видел свет. Не мусульманам, проживавшим на ее территории и пожелавшим остаться на своей религии, гарантировалась свобода вероисповедания, покровительство и защита исламского государства за 24 дирхема в год с мужчин, способных носить оружие, что в сегодняшнем эквиваленте составило бы не более 20 долларов. Христиане и иудеи процветали в исламской Испании. Исламское правление породило идеальную среду для развития и процветания новой цивилизации. В то время, когда в христианской Европе собирали соборы по таким вопросам, как «Есть ли у женщины душа?», города исламского халифата превратились в оазисы прогресса и науки. Возможно, из-за того, что она нисколько не противоречила священным текстам мусульман. В начале 9 века правящая элита Исламской империи начала невероятный по масштабу проект. Проект изучения всех доступных библиотек в поисках любых научных книг для последующего перевода их на арабский язык. Халиф Аль-Ма'мун рассылал людей во все концы Исламской империи в поисках книг, которые еще не были переведены на арабский, и, как передают, выплачивал каждому, кто принесет такую книгу, ее вес золота. Зарплата же переводчика составляла около 500 золотых динаров, что в наши дни приравнивалось бы к 30 тысячам долларов. Мусульмане восстановили древние города, такие как Дамаск, и основали новые, такие как Багдад, который называли домом наук, а по своей красоте он не уступал древнему Риму или Афинам. Мухаммад ибн Муса аль-Хаваризми в своей книге «Алджибра аль-Мукабаля» разъяснил математическую систему индийских цифр, которыми мы пользуемся в наши дни, в то время как европейские государства пользовались римскими цифрами, переумножать которые было вовсе непростой задачей. Это была революция в мире математики. Теперь любое число можно было изобразить при помощи всего 10 символов. Мало того, аль-Хаваризми со своими коллегами не просто перевел и объяснил индийскую систему цифр, но к тому же открыл запятую. Изучая индийскую традицию цифр и греческую науку форм, геометрию, исламский ученый также вывел для тех,